кто додумался нарисовать Макс в виде верблюда? Это так странно. Йоу, с вами Пози. Сегодня мы вместе с вами посмотрим Бравл Старс Анимейшн Бэйби Бравлерс. Или Бравл Старс Анимация Дети Бравлеров. Или же Бравлеры Дети. Или дети, у которых есть бравлеры, и у этих бравлеров есть дети. В общем, вы меня поняли. Ребят, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Нажимайте на красную кнопочку подписаться под этим видео. Ставьте свой лайк, и давайте мы с вами попробуем собрать 40 тысяч лайков. Для вас это вообще изи. Вы 150 и 200 тысяч лайков собирали, 40 тысяч, что это вообще такое? А мне будет очень приятно. Если что, ссылочки на оригинальные ролики я оставил в описании под этим видео. Бравл Старс Анимейшн, поехали! Смотрите, он нажал на колокольчик. Ммм, какой байт. О, яичко. Вау, у Кроу есть птенец? Ну, сейчас появится. What? Хм. И сейчас его жена такая. Ку-ку! И улетает быстро. Что-то пошло не так. Так, погодите, у меня здесь ухо оттопырилось. Во, все нормально. Вастед. А, бустед. Ну да, неприятненькая ситуация, согласитесь. Так, окей, следующая анимация. О, это маленькая Биби. Что она сейчас будет делать? Она будет сражаться против маленького Эльприма. Это еще более мило. Представляете, какой у них будет батл милый. Эльприма такой с маленькими кулачками. Такой. И Биби маленький пузырик в него выпустит своей ультой. О, вот бы добавили параллельную вселенную, где все бравлеры были бы маленькими. Это было бы прикольно. О, она нашла жвачку. За место банок здесь жвачки. Сейчас она станет сильнее. Она типа ест его жвачку? Или он охотился за этой жвачкой, прятался в кустах? Она просто подошла, взяла эту жвачку и съела ее? Оу май гад, мне жалко этого Эльприма. О, она надувает пузырь. Да! Она его победила. Вот это я понимаю, детские битвы бравлеров. Эльприма такой, ну все, я зол. А, ворон приземлился. Тот самый ворон, у которого мама улетела куда-то. И они стали друзьями. One rest, one shot. Он так сказал, это забавно. One rest, one shot. Это карапуз-индеец. Знакомьтесь. Его зовут Бо-бо. Боба. Да, Боба. Малыш Боба. Он сумасшедший. Хоп, увернулся от биты. И по Пэм попали. Оу. Минус Пэм. Что происходит? А, все, понятно. Нани. Оу май гад. Стоп, так Нани же это самый сильный бравлер. Он может вблизи один раз выстрелить, и все, им конец. GGVP, изи выигрышная катка. Они собираются его куда-то запульнуть. А, типа, Биби его отбила. Оу! Робот взорвался. Что это? Что это такое? Это просто бочка с ручками и ножками. Это вовсе не Дэрил. Дэрила здесь нет. Вы не видите его глаз. Это все обманки. Опа, коктейльчик. Так, кто первее его соберет? Кошачьи драки. Опа, Джин взял. О-оу. А, не, это Вольт. Оу! Дэрил отрикошетил. Так вот чей это птенец. Мы с вами рассекретили эту детективную загадку. Это было забавно, ребятки. Ну что, ребят, как вам эта анимация? Напишите в комменты. Мне кажется, что было вполне забавно. Ну а сейчас мы с вами заценим анимацию Бравл Старс анимация Король пустыни. Кто может быть королем пустыни? Как вы думаете? Я думаю, что какой-нибудь Джин. Ведь он все-таки Джин. Или может быть Бо. Не знаю, ребятки. Напишите в комменты свой вариант. Ну что ж, поехали. Сабскрайб, колокольчик. Помни, это важно. Так, стоит какая-то пирамида в пустыне. А, Мортис. О май гад. И Рика.
Они решили ограбить эту гробницу. И Гейл такой просто не в тему. Смотрите, у верблюда тут кроссовки. Вау, да этот верблюд модник. Гейл шлепнул верблюда. А верблюд это Макс. Сейчас будет триггер, нет? Побежит верблюд со скоростью света. Кто додумался нарисовать Макс в виде верблюда? Это так странно. Посмотрите на этот промежуток в зубах. О май. Так, окей, Мортис запрыгнул на верблюда. Все, давай, едь, не выпендривайся. Сейчас он как стартанет, этот верблюд. А, точно, у него же нет ульты. Шлепнули. Воу! Полетел. Верблюд уехал без пассажиров. Зачем ты это сделал? Кстати, кто-нибудь пробовал в реальной жизни сесть на свинью, закинуть удочкой морковку перед ее лицом, и чтобы свинья ездила за морковкой, как в Майнкрафте? Забудьте. То, что я только что сказал, просто забудьте. Просто интересно. Так что, они доберутся до гробницы или нет? Я не понимаю. Но в итоге они пошли пешком. Опа, а за ними следил кактус. Прием. Они уже в пустыне. План перехват. Макс выписывает штраф за сломанную пальму. Эй! Пальму-то за что? Это мое любимое дерево! За что? На самом деле зарисовка достаточно криповая. Ладно, погнали дальше. Так, Мортис такой. Ой-ой-ой, это не наш верблюд. Просто идем дальше. Фу, к ночи они все-таки добрались до пирамиды. Я думал, что этого момента никогда не настанет. Паутина. Бравлер-паук. Нужно добавить бравлера-паука. Так, Рика надел перчатку. Зачем все эти тонкости? Пробегает мимо Сэнди. Ну, Сэнди, как обычно, дрыхнет, а? Вот такие вот охранники в пятерочке. Там муха в слюне. Оу! Двери закрылись. О май гад. И тут Джин такой. Вы попали ко мне в логово! Сейчас мы тебя уничтожим. Ой-ой-ой-ой-ой. Он сломал лампу. Теперь Джин останется без дома. Что он пытается сделать? Он выпивает что-то из лампы? А, они надели его корону. Их вырубают. Это Леон, да? Нет, это злобный Джин. Окей, это просто была забавная анимация. Я не скажу, что она мне понравилась на 10 из 10. Давайте мы с вами заценим сумасшедший Хэллоуин. Это тоже что-то из разряда подобных анимаций. Может быть, это будет поприкольней. Не, ну, ребят, 10 байтов уже было за ролик на подписку. Подпишитесь. Ворон и кто это? Оборотень какой-то? Видимо, Леон оборотень. Гуляли? Конфетки? Без конфеточек они останутся сегодня, что-то мне подсказывает. Сейчас Фрэнк откроет дверь, засекайте. О май гад. Это что, был настоящий монстр? А, их типа все опрокидывают, оставляют без конфет. Что это было? Ой, это призрак. Ты серьезно? Ты думал нас, монстров, бравлеров, испугать этим? Ты серьезно? У меня вообще-то тут слева оборотень стоит, если ты не заметил. И он тебя сейчас сожрет. Я бы на твоем месте уже менял бы памперсы. Ладно, он съел их конфеты. Забавно. О, красный шарик. Это не есть хорошо. Это, кажется, Пеннивайз, ребятки. Так. О, щит! Вот это стрёмно. А, он подавился конфетами. Ну все, это конец Пеннивайза. А, смотрите, у него есть сережка. Так это Рика получается. Они добрались до самого страшного дома на этой улице. И открыл им дверь. Мортис Дьявол. Кстати, прикольная идея для скина. Так, он их запустил к себе домой. Включил какую-то музычку. Они тусят. А, нет. Он хотел сделать устрашающую музыку. Съешьте эти конфетки. А, он их затроллил. Это дьявол-тролль. Вот так вот выглядит настоящий дьявол. Протягивает тебе конфеты, а потом просто их роняет на землю. Ну все, они сейчас накулачат их. Оу.
Фрэнк и Эмс присоединились к нему неожиданно. Они испугались призрака. Оу! Неожиданная концовка на Хэллоуин. Ну что ж, ребята, а на этом мой ролик подходит к концу. Ставьте лайк, подписывайтесь. Адьос!